Возродить привлекательность профессии педагога. Поднять ее на качественно новый уровень. Признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Вот цель объявленного президентом Года педагога и наставника в 2023 году. Какой он, современный учитель? Зачем в школах нужны наставники? Смотрите новый проект «День наставника» на Самара ГИС. Сегодня в 19:35. Гость в студии Алексей Атапин, директор лицея «Престиж» городского округа Самара.